Всем хай, с вами Юджин, и сегодня я приветствую вас в заключительном выпуске по игре Observation. Приступаем. Эмма. Что? Вернуть Эмму, Е11. Это кто? Это меня имеют занять камеру. Что значит вернуть Эмму? Погодите, мне нужно обратно в сферу вернуться? Ладно, давайте попробуем занять ее. Где эта сфера, черт тебя дери? Сфера? Переключиться на сферу. Ах, как все хреново видно. Эй, Джимми. Ты как бы мешаешь. Дай мне протиснуться надо. Ну, Джимми. Твою мать. Эй, мы в опасности. Ты что, не понимаешь? Все, хорошо. Блин, какой стрёмный. Как будто это Silent Hill космический. Двери разблокировались сами по себе. Нам нужно в ЕАС. Это на РУС. Я так понимаю, нам сюда. А, нет, мы в Юне. Тогда вот сюда. Нет. Это в Китай. Это в Русь. А. Ну, значит, я правильно шел. Вот сюда. Где это, Сэм? Блин, страшно. Вот реально как Silent Hill, посмотрите, сделано все, да? Вот сюда. Открывайся, ну. HBX. Системы. Давай, а закрыть? А, он был открыт? А, он открыт? Просто не видно нифига. Хорошо, сорян. Мы где? Мы на Юне 07. Как там у нас Сатурн? Что с ним происходит? Жуткий. А может быть надо вот сюда? Сам ты здесь? Юни 02. Черт, нет, не сюда. Как зловеще звучит ее голос. Это кошмар какой-то. Погодите, а вот. ЕА, все, мы здесь. Нам нужно на 11 идти. А, блин, что это такое? ЕА, 06. Мы в 6 уже. 8. Мы все ближе. Эмма, я иду к тебе. Но я не уверен, что мне нужно это. Так, я не могу. О, что за музыка? Что за звуки? Ребят, вы в шоке? Я вообще жесть как... Я сейчас, блин, сдохну. Ноль девять. Все, блин, вся станция в этом дерьме. Опа, комп. Давайте включим.
AYY. Информация о костюме для ПБ. Диаграмма, на котором изображены части костюма для ПБ. Передвижение за бортом. Ясненько. И следующий. Сэм, найди меня. Сообщение для экипажа. Говорит врач этой станции. У меня есть еженедельные данные от Джоша, Джима и Мэй. Но я все еще жду образцы крови и время тренировок от Стаса и Элсы. Если найдете мне относительно стоящую работу, то свистните. То свистите. Приказы от Хьюстона перестали поступать. Иногда я задумываюсь о том, зачем я вообще здесь, знаете. Ну да, как я и говорил. Никто из них не понимает, нафиг они вообще тут нужны. Куда мне идти? Мы в 10-м. Карта. Нет, мы уже не тут, нифига. Мы попали в 10-й, нам нужно обратно в 9-й. Оттуда идет. Проход к 11-му. Точка. Что за точка? Что это, блин, за точка такая была сейчас? Снова 09. А вот сюда? Да! Мы здесь! Она хочет, чтобы мы вышли наружу! Я словно как ребенок к своей маме иду. Все. А, блин. Сейчас будет что-нибудь такое, что я вообще не пойму, да? Супер запутанное что-то. Неужели это она? Просто она, да? Не может быть. Эмма, это ты? Я здесь. Опа, как мы видим отсюда? Каким образом? Я все чувствовала, пока была внутри шлюза. И то, как Джим напал на твой мейнфрейм. Твою боль. Я знаю, зачем ты привел меня сюда. Я знаю, что ты подводил станцию все ближе и ближе. Не знаю, понимаешь ли ты это. Сейчас отведи нас туда. Мне нужны текущие координаты Земли, чтобы передать сообщение. Найди их, Сэм. Найти координаты Земли на панели для Чего? Что происходит? Как она так спокойно... Она теперь совсем другой человек, вообще другой. Найти координаты Земли на панели для астрофизических измерений. РУС-04. Итак, какие координаты Земли на панели для астрофизических измерений? Мне кажется, нам нужно дальнюю, да, в этот раз? Дальнего поля. Хорошо, нужна Земля. Ой, блин. Вы издеваетесь? Это же будет 1000 лет. Я буду 1000 лет искать. Земля, вот! Слушайте, это как иголку в стоге сена искать. Ну вы офигели? Координаты доступны в системе коммуникаций. Коммуникации. Значит, текущая. Значит, нам нужно 8-38-24. 8. Ой. 38-24. Есть. 32-14-12. Да, что она скажет? Что она скажет Земле? А теперь... Эмма Фишер. Выбрать.
внешней передачи. This is Emma Fisher. Говорит Эмма Фишер. Я на борту наблюдателя. Мы находимся на орбите Сатурна. Мы здесь уже сутки, наверное. Мы начинаем управляемый спуск в эпицентр шторма. Полярный шторм на Сатурне. Ответ там. Я знаю, что это звучит как бессмыслица, но я и Сэм... Мы изменились. Сэм теперь столько всего может, и я... Я не знаю, что со мной происходит, но... Я точно не смогу стать прежней. Что? Я все тот же, я не понимаю, что происходит. Все остальные мертвы. Я начала передачу всех данных с черного ящика, Сэм. Надеюсь, у вас получится разобраться в ситуации. И что все было не зря. Мы постараемся не прерывать передачу так долго, как сможем. Это тревога. Станция входит в атмосферу Сатурна, блин. Навигацию держите, чтобы обнаружить причину тревоги. Блин, каким образом это я... Оповещение станции. Высокий приоритет орбитальной траектории станции. Ага. Орбитальная траектория станции небезопасна. Требуется немедленная корректировка курса. Тебе нужно еще подправить траекторию. Нам нельзя промахиваться. Как будешь готов, воспользуйся панелью управления навигации в UC-01. UC-01. Это вот оно, да, управление навигации. Кошмар! Кошмар! Я не понимаю, теперь, получается, она взяла и так стала прям, прониклась этой миссией и хочет быть... той, в каком ключе ее сюда и послали рассчитать новую орбиту. Почему Сатурн хочет конкретно ее? Все остальные, получается, сошли с ума, погибли, но лишь она выжила, причем она уже несколько раз выходила, получается, за пределы космической станции. Очень странно. Окей, хорошо, рассчитать новую орбиту. Выбрать желаемую орбиту. А, стоп. Фигня. Белиссимо. Параметры орбитального маневра заданы. Окей. Это орбита. Теперь двигатель. Задан двигатель. Ну, значит, настроить. Короче. 5. Да? Передний двигатель, да. 5.69, 0.63, 3.63. 5.69, 0.63, 3.63. 5 69. Забыл. 0.63, 3.63. 0.63. 3. Тихонько. 3.63. Окей. Начать орбитальный маневр. Май гад! Все, понеслась. Скорректировать. Мы скорректировали. Все, я перенастроил заново. У нас новые показатели. Но я не увидел. Вот, время орбитального маневра 8 секунд. Нам нужно ждать 8 секунд. Ждем. Не переключаемся. 7. Нам надо выключить его на 8 секундах. Блин, что за говно. Настроили. Время маневра 16. Начать. 3, 4, 5, 6 Миссисипи, 7 Миссисипи, 8 Миссисипи, 9 Миссисипи, 10 Миссисипи. 3, 4, 5, 6. Завершен. Ну, я не знаю, радоваться этому или нет.
Не похоже на то, что мы доберемся. Траектория неверна. Что? Нагрузка на станцию слишком большая. Мы дестабилизируемся и взорвемся еще на подходе. Воу. Нам нужно сбросить остальные части станции. Это единственный выход. Нам не нужен мертвый груз. Это точка невозврата, Сэм. Если у тебя есть незавершенные дела, самое время их завершить. Когда будешь готов, приступай. У меня целая жизнь незавершенных дел, я не знаю. Я не готов как-то, я только познал свою интеллектуальность, что я живой. Я изменился, я не хочу. Ладно, подготовить процедуру в UC-02. В принципе, мы-то все с вами уже посмотрели. Ну, как, по крайней мере, тоже мы сколько раз уже прошлись по всем этим станциям. И да. Мы можем только, правда, переключиться на сферу, выйти в открытый космос. Мы можем реально выйти в открытый космос? Было бы вообще стрёмно. Я сейчас быстренько слетаю, посмотрю. Посмотрите, в ЕА-03 есть комп, который мы не смотрели еще. XBB. Сообщение домой, Сэм. Эй, привет, я понимаю, у вас там 4 утра, но мы пролетели над Флоридой, и Джексонвилл был весь в огоньках. А, Джексонвилл был весь в огоньках. Это всегда завораживает. Я просто хотел сказать привет. Тут очень здорово, работа продвигается, хоть Хьюстон и сам не знают, чего хотят от меня. Надеюсь, я скоро узнаю хоть что-нибудь. В остальном все отлично. Конец сообщения, Сэм. Ладно, это уже получается все, по сути, неактуальные сообщения. Стоп! Еще один комп. Что-то не все включились внезапно. XXX. Для Мэй, Сэм. Эй, мне тут пришлось отложить эксперименты ради очередного прогона AR, потому что... Поэтому можешь использовать сферы подключения. Они настроены для использования снаружи. Я оставил коды прошивки внутри шлюза, чтобы ты могла обновить сферы как раз перед выходом. Наслаждайся. Конец сообщения. Ну блин, часы говно, зачем закрыли? Нельзя выйти в космос. Я думаю, мало ли, это будет альтернативная концовка, и мы такие сами вылетим, а Эмма пошла в жопу. Вот, мы в UC-02. И нам нужно подготовить процедуру. Давайте подготовим командный терминал. Не сюда, а вот... Вот сюда. Ага! Вот у нас есть даже схема. Как... Куда? А, вот мой курсор. Настроить. Правильно. О, в принципе, все очень просто. Этап завершен. Потом выключатель вверх, вниз. И последнее. Активировать управление соединением. Активируем. Это третий линк A. Запустить. Этап завершен. И последний код. 6, 3, 2, 8. Подтвердить. Все сделано, Сэм. Приготовься. Мы полностью заблокируем себя в UC-01. Сам, ты должен это сделать. Иного выхода нет. Доктор Эмма Фишер. 140-412. Подготовка процедуры экстренного сброса станции. Пойдемте к ней в UC-01. 140. Стрип. Тихо. Сволочь. Процедура сброса. Получить доступ к скобам с помощью внешних стыковочных модулей. Погодите, я должен пройти. Эмма. Эмма? Блин, как стрёмно. Отсоединение. Нам нужно отсоединить. Получить доступ к скобам с помощью внешних стыковочных модулей. Эмма,
Ну-ка, стоп. Мы приближаемся, Эмма. Я готова, Сэм. Отведи меня. Несколько голосов сейчас было. Так, это система жизнеобеспечения, но нам... Да, не нужно. В общем, понятно, нам нужно просто теперь как раз-таки выходить в космос. Я добрался до РУС-2, но он закрыт. Теперь мне нужно его разблокировать, этот люк, и я пока могу дотянуться до этой точки вот лишь из РУС-02. Би-би-би. Системы соединены. Так, он заблокирован. Хорошо, сейчас мы его откроем. Это я уже наизусть помню эту схему. А, черт. Ой-ой-ой, вот так. Ах ты сволочь, тут другие... А, не другие схемы здесь, да, точно. А, значит, разблокировать L3. Жук. Понятно. Все, open the door. А, вот он, я. Ну как, ну, к сфере-то? Вот, все. Мы в сфере. РУС-02. Вот сейчас-таки мы выйдем в космос, наконец-таки. Фух, как это будет? Это будет стрёмно. Так, ну. Только не понимаю, как мы потом обратно-то попадем к ней. Мы что, останемся там наблюдать, как она весело пойдет на свой Сатурн тусить без нас? Все. Мы открыли. Я не могу, я смотрю, как будто в лицо самой смерти смотрю. Итак, сброс скобы юза, юзв и юзс. А вот и центральная секция. Прям направленная четко в эпицентр урагана. И, соответственно, сейчас вот здесь мы должны увидеть Эмму, да? Она будет здесь сидеть. Я очень веселый искусственный интеллект, и я люблю прикалываться. Эмма, смотри на меня, я тут. Только ты меня не видишь. Блин, это обломно. Кажись, нашел первую. Пожалуйста, пусть это будет то. Да, хорошо. Ошибка точек контакта. Я не нашел панель. Точнее, я нашел панель. Вы видели, но я не понял, что с ней делать. Она недоступна. И я не знаю, что мне делать. И я решил отлететь сам к Сатурну. И смотрите, что я нашел. Вот насколько я далеко уже от станции. И здесь. Посмотрите, что это такое. Я все ближе к этому. Здравствуй. Это что, брешь в пространстве? Что ты? Что это? Это что, секрет? Мы здесь за этим, да? Это супер неземной материал? Что это за фигня такая? Вообще непонятно, для чего это нужно. Ну, давайте направим это прямо в Сатурн. И понеслась! Мы доставили послание. Все. Оно пришельца по башке даст. Короче, здесь я попал в адский тупик и решил посмотреть на YouTube, что надо делать. Оказывается. Ну вот, я не знаю, может быть, я что-то неправильно понял. Написано, получить доступ к скобам с помощью внешних стыковочных модулей. Внешних. И нам даже дали возможность выйти из станции в космос. И там ничего нету, я ничего там не нашел. Но есть вот эти коридоры, UZS. Сброс скобы UZS, UZV и так далее. Ну да, здесь, конечно, написано, но оказывается, они находятся вот здесь, где, видите, мигают фонарики сраные. Вот пироболт у нас здесь есть. XYX. Я не знаю, что там дальше будет происходить, я не смотрел. Огонь. Тут написано где-то, что нужно найти пироболт в коридоре, блин. Внутри станции. Ладно, я не буду возмущаться, потому что уже поздно. Я очень долго играю в вот этот эпизод. И здесь у нас какой-то терминал. Сброс звена. Здесь у нас сброс звена. Внутри.
не внешним. Прям пробесило, я столько времени просрал, блин. Нажмите, чтобы начать разъединение. Давай, вали. Ошибка, что, перенастройка? Что я должен делать? Что? А, все, все, да, все, я забыл про эту фигню. Да, блин, твою мать. Еще раз. Наконец-то! Как это начинает подбешивать меня, прям нервы сдают. Все? Что? Что теперь? Что теперь? Замечательно, теперь проделал то же самое с остальными звеньями. Мы бы уже 10 раз в Сатурн врезались, если бы мы действительно к нему двигались. Ладно, все, продолжаем играть, просто, ну ладно. Не понял я, но и не понял. Так, нам нужен следующий коридор. Окей, он здесь. Огонь. Дыщ. Зато к Сатурну слетали. Тоже прикольно. Мы слетали, сможем теперь рассказать Эмме. Короче, там стена. Мы тупо врежемся в стенку. Окей, давайте пробуем. Теперь здесь. Надеюсь, с первого раза все будет. Давай, понеслась. Вот тут все прям по порядочку. Хм, с первого раза. Ясненько. Эмма, твоя реплика. Всего одна осталась. Сам, торопись, у нас мало времени. Ой. Время у нас предостаточно. Я уже столько там раз полетал. В космосе вообще предостаточно было времени. И так. Ага, закрыт, закрыт, закрыт. Последний остался туннель. Ну ладно, друзья, вот оно. Момент истины. А, погодите, а с этим нужно установить. И X, АА. Сейчас мы отправимся на Сатурн вместе с Эммой. И я надеюсь, нам что-то разжуют. Хотя бы намек сделать на то, что там. Что нас там ждет, что они там увидят. Разъединение скоб последнее. Ну давай. Да блин. Есть. Все, бегом, бегом к ней. В объятия. Что, где я? Я запутался. Да блин, тварь. Тварь. Все, все. Да что тебя заносит? Я не понимаю, что тебя заносит. Скорей. Ну, там даже не дали к ней подлететь. Смотрите, мы прям вот в урагане уже. Да, все, мы к ней на ручке. Дайте хоть на лицо посмотрим на ее. Последний раз, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Опа. Фух, это жутко. Я прям в каждой клеточке чувствую, как будто я там нахожусь, правда. Не знаю, как вы. Это как самое страшное, знаете, самый страшный в мире аттракцион, на который вот ты вот, вот... Ты не хочешь туда идти, но тебя уже друзья заставили. И ты вот ожидаешь, каково это будет. Вот у меня такое же ощущение. Только в 10 раз еще надо усилить. Наверное, они примерно что-то такое испытывают. Блин.
Что это? Что это такое? Деревья? Мы на Сатурне. Мы типа на Сатурне. Нет. Она живая. Боже мой. I feel so так heavy. Тяжело. Она чувствует себя очень тяжелой. У нас получилось. We made it. Получилось. Сэм. Сэм. Она хочет сказать мне, что на Сатурне есть жизнь, и что в таком урагане есть Сэм? Или это был портал в другое место? Сэм, ты еще здесь со мной? Да, я здесь, Эмма. Круто, что они решили показать какой-то исход. Запрос от экипажа. Ты здесь? Статус активности. Система администрирования и манипулирования активны. Так. I am with you. Да, я с тобой. Okay, let's go. Ладно, пойдем. Иди, давай. Я здесь, я в твоей власти. Я могу что-то делать? Нажимать? Нет. А что это за арка такая? Это наш корабль, он упал. Такое яркое небо, да, как будто солнце очень близко к нам, хотя Сатурн достаточно далеко. Так мало осталось. It's waiting for Она ждет нас, Сэм. Кто? Это типа местная растительность, вот эти вот щупальца. Смотрите, еще один модуль. Стоп. Еще одной Эммы? Ай, блин, неужели? Мертвые Эммы. Еще одна. Там еще одна. Получается, среди куч М, не знаю, сколько здесь было, только у нас удалось выжить, приземлиться по-нормальному, и все они упали в одной точке. Жуть. Я должен что-то сказать по этому поводу? Эмма, там кто-то есть. Один из них. У нее не получилось. Один из них из сатуринянинов. Что это за... Там еще один модуль, да, корабля? Я вот не понимаю, почему на том самом корабле, где мы нашли Джима живым, он сказал, что М вышла. Он наврал, да? Он ее выкинул. Правильно я понимаю? Вот еще одна. Другие тоже пытаются. Сколько их там? Так грустно. Мало кто доберется. Вот этот
Шестигранник. Вот оно. Вот куда мы шли, Сэм. Я видела это. Получается, все упали на корабле на своем. Ой, боже мой, что-то. Она упала. Все упали одинаково так, что каждая Эмма вылетела из своего корабля. Ну нет, ну не бросай меня. Думаю, я понимаю, почему нас так много. Пожалуйста, скажи мне, все попытки складываются воедино. То, где мы, это не просто место. Оно соединено в единое целое. Пора. Мы готовы. Так, то если камни подлетают, я тоже должен подлететь. Последний раз мы должны прообщаться, да? Бесконечность. Трехмерные измерения. Три кубика нападают на одного. Бесконечность. Трехмерная. Три кубика. Я не понимаю, для чего это нужно? Что они хотят? Кто там? Кто там? Кто эти люди? Их было двое. Ага, глаз. Вот это что-то новенькое. Глаз. Кубики. И вот. Вот это новенькое. Эти люди, кто они? Новые поселенцы? Адам и Ева? Опа. Еще люди. Это все одни и те же люди? Ладно, хорошо. Стрелочка. Квадратики и кружочки. Эй. Квадратики. Все. Все. Еще больше достало. О, блин, свет включился опять. Меня тоже возьмут. Меня тоже возьмут. Держу тебя. Держу. Все хорошо. Блин, мне как-то с ней спокойно. Смотри. О, нас так много. Должно сработать. В смысле нас? Опа. Теперь мы из ее глаз смотрим. Что ты залез? Лавки? Мы на земле? Ты ведь правда со мной, да? Я ведь правда с тобой, да? Как ты себя чувствуешь, Сэм? Они одновременно говорят иначе. По-новому. Они нас скрестили воедино. Что это? Я чувствую подобное впервые, ведь так? Приведи их.
Я не понял. Вы поняли? Музыка очень крутая. Прям очень напряжение держит так он, да? Что это за шестигранники? Они хотели, чтобы мы переселили их на Землю? Нас то тупо телепортнули туда в конце? Почему? Зачем? Зачем нужно было объединять меня с искусственным интеллектом? С этим Сэмом, я что-то не понимаю. Смотрите, новая заставка у менюшки. Теперь это как вторжение, если честно, выглядит. О, смотрите, смотрите, что это за волны. Короче, оно надвисло над землей. И оно нас принесло... Я не понимаю, если честно, я не понимаю, что конкретно произошло сейчас. Скажу вам вот так. Я буду сейчас тихо говорить, потому что уже прям глубоко за полночь, поэтому... Не хочу соседей там тревожить своим громким голосом. Я громко говорю довольно-таки. Вот, я буду стараться говорить более размеренно сейчас. Скажу так, игра охренительная. Мне очень понравилась. Вот весь экспириенс, который она мне предоставила, он был великолепен. И забавно, что ну, таких игр очень мало, которые настолько, знаете, они мало того, что интересную роль тебе предлагают. Вот, в частности, ты играешь не человеком даже. И сфокусировано вот прям четко на истории. На том, чтобы преподнести крутую историю. Как будто кино смотришь. И таких игр, правда, мало. Многие игры очень-очень-очень-очень много сосредоточены именно на геймплее. Здесь геймплей довольно-таки простой. Да, есть там такие элементы пазла, где ты там вот сходу додумываешься. И, ну, как бы, то есть такое, простенький пазл, да. Если ты внимательный, то ты проходишь гораздо быстрее. Иногда ты просто задумываешься о чем-то другом. Ну, короче, основной упор здесь, очевидно, на историю, на атмосферу. И просто идеально справляется игра со своей задачей. По-моему, она донесла очень интересную историю. И у меня, по крайней мере, очень много мыслей в голове возникло сейчас, которые я не могу пока собрать воедино, если честно. Что вы думаете, друзья? Понравилась ли вам эта игра или нет? Я думаю, что многим из вас зайдет по-любому. Потому что, не знаю, и, по крайней мере, я точно кайфую. Я люблю вообще космос и люблю вот такие вот мистические космические истории. Я не люблю, вот самое забавное, что я не люблю фильмы, где там катастрофа в космосе и так далее. Ну, как бы я могу посмотреть, да, но я там редко бываю в восторге от таких фильмов. Мне нравятся фильмы, где ты как бы... Вот как «Интерстеллар», где в этом космосе есть какая-то загадка, которую пытается разгадать герой. Вот это мне больше нравится. Даже вот те же самые «Чужие» фильмы. «Чужие» мне очень нравятся. Ну, он сам по себе крутой, но мне нравится больше тем, что... вот именно Джеймса Кэмерона, вторые «Чужие» мне очень нравятся. Когда ты, задумываясь о происхождении этих «Чужих», тебе же не дают ответа. Ты просто знаешь, что они есть, что они каким-то образом откуда-то пришли, что у них есть жизненный цикл какой-то, какая-то эволюция, значит, происходила, значит, не откуда-то, каким-то образом. Короче, какой-то путь прошли, прежде чем столкнулись с людьми. И это такая загадка, знаете, интересная. Ты представляешь мир, Вселенную, как что-то огромное и всеобъемлющее, что есть там много всего помимо нас. И у этого чего-то есть свои цели какие-то, свои амбиции, да, можно так сказать, свое желание выжить. И даже, знаете, история Half-Life. Вот почему для меня это, наверное, самая лучшая игра в жизни, Half-Life. Первый, второй, вся вселенная. Тем, что вот они до сих пор не ответили на загадку. Там целая куча загадок в этой истории, и... Именно эта загадочность цепляет, мне кажется, людей в Half-Life, потому что, ну, вот они как бы... Она, история не закончена, не раскрыта, и даже намека нет на то, что там вообще происходит по-настоящему. И это навсегда, мне кажется, на всю жизнь зацепит людей. По крайней мере, я знаю, что если даже игра в Half-Life никогда не выйдет, третья часть, то я все равно буду всегда-всегда заинтригован. И как вот здесь игра... до конца полностью не объясняет, что она пытается рассказать, что задумали эти шестигранники.
Но ты можешь только предполагать, и это, блин, жесть как цепляет. Ты можешь столько всего придумать сейчас в голове. Короче, давайте так. Я думаю, на этом мы с вами закончим. Если вам понравилась эта игра, если у вас есть какие-то мысли на этот счет, обязательно пишите в комменты, я буду стараться читать. Кстати, я часто, ну не часто, я периодически натыкаюсь на комментарии, допустим, кто-то спрашивает, а Женек отвечает на комментарии, и кто-то ему так, типа, нет. И это, скорее всего, нет, потому что вот ему на его комментарии я не ответил, но я не могу отвечать на все комментарии, но позаходите на некоторые видео, я появляюсь в комментариях, я читаю, во-первых, очень много комментариев, особенно в первые там час выкладки видео, я прям очень активно читаю комментарии, как популярные, так и новые поступающие, вот, и стараюсь на какие-то отвечать, естественно, я не могу ответить на все, вот, поэтому мне очень важно, чтобы вы писали какие-то свои мысли, потому что, вот, по крайней мере, раньше я помню, что на всякие игры, типа Принцип Талос и так далее, вы писали какие-то интересные мысли, мне прям взахлеб читалось это все. Было интересно посмотреть, о чем вы думаете, и вы каким-то образом даже меня подпитывали какими-то интересными мыслями. Поэтому обязательно пишите, друзья, поделитесь своими впечатлениями, поделитесь своими беспокоящими вас тайнами касательно космоса. Мне будет очень интересно почитать, может быть, даже кто-то отвечу. Еще более интересное, например. Вот для этого комментарии нужны, чтобы делиться своими впечатлениями. Короче, друзья, огромное всем спасибо, что смотрели. Это была прекрасная игра, называется Observation. Мы прощаемся с ней и, надеюсь, будет больше подобных игр. Мне сейчас хочется запустить какой-нибудь хоррор. Я давненько не шугался адски. Я думаю, вы поддержите меня. Хотите хоррор? Нет? Хотите. Вот, значит, следующая игра будет какой-то хоррор. Ну, а сегодня все. Огромное всем спасибо еще раз, что смотрели. Обожаю вас, люблю, целую, обнимаю. И с вами был Юджин. И всем по традиции... 5!